А Герда где? А, вон она. А то здесь не... Охватывает одного медвежонка, и все никак. Надо объектив тут брать. Вот тут же, вот там еще. Да, мощная. Ну, счастливо. Угу. Ждем шедевры. Угу. Сегодня выставите? А? Сегодня, говорю, выставите? Да, я там, я не выставляю там. Че я пошла? Я уже 4 часа здесь. 11:30. Не было 12 дней, думаю, надо встать. Ага, да, я смотрю. Тяжело было? Так, и морозы, и тяжело. И морозы. Но... А ты что, 2 раза приезжала? А? И пустая ездила, по сути. Да? Я говорю, пустые. Вот ну, здесь, Сережа как... говорил тоже, они ничего не делали. Говорит, приду. Угу. Ну, так игрушки нужны, видишь. А. Ну, жалко, я не слышала, я бы сказала. Что канистры, мол, мы не принесли. Сколько лет покупаем? И вот так говорит, мы все лето Сергеем покупали, осень покупали, весну, зиму, и мы не покупаем. Вот это как называется? Зоопарк первый раз подарил. Даже на день рождения не дарили им ничего. И мы не покупаем, главное, что сидят. Ой, ну вот жалко, я не слышала этого. Безобразие, конечно. Вот такое отношение. Да бог им судья, конечно. Просто обидно. Пенсионеры деньги тратят на игрушки, они еще так говорят. А спонсоры, которые космос, Роснефть, где же они, игрушки? Это люди принесли. Не зоопарк не купила, а игрушки. А люди поприносили. Уронила, раздяла. Что вот это? Ой. Похоже вроде это самое белка. Белка вроде поменьше попа. А там, наверное, белка. Ну, мне уже все равно, кто где. О, аж вздохнулась, бедная. Дышит как. Они прямо с этой высоты и прыгали сегодня. Ну, конусы им на один день. Они больше с канистрами, конусы валяются. Герточка все кушает, кушает.
большую канистру взяла. Это Гердина. Тоже дышит. Конечно, тяжело дышит. Так много бедно. И это тоже. Не удалось здесь взять. Ой. Здесь бросает это караульт там. Mm-hmm.